Сегодня мы будем поздравлять нашего замечательного президента. Мы будем сегодня устраивать застолье буквально, то есть тортик, чай, ну все как полагается. Отметим, отпразднуем, поздравим, выпьем чай. Надеюсь, нас никто не отравит и все уйдут в хорошем настроении. А тут чашечки мы не хотели. Забывай. Поздравить его с юбилеем. 0 лет. Это... Так, скажем. Хорошо, дорогой. Возраст, цифра, не играет значения. Как досадно. Мне это явно не выгодно. Я к этому не имею ни малейшего отношения. А это как их называют? Опасно. Вот. Пить нельзя, да? А Вовка 45 лет, я здесь живу. Это вы попили так, да? Вот, Вовка здесь получил паспорт. Вот, смотрите, у нас уже удостоверение. Вот, что здесь происходит? Скажите, пожалуйста, чаепитие. А в связи с чем здесь вот остановить? Место выбрано не случайно, место выбрано у его дома, где он когда-то раньше жил. Мы уходим достаточно быстро, но при этом не привлекая к себе особого внимания. Вот, спокойным шагом уходим. Мы ничего не нарушали, они ничего не поняли.